Не покупайте алкоголь несовершеннолетним. Это не только аморально, но и грозит административным протоколом. И тем более не пытайтесь получить с них деньги на оплату штрафа. А то можете попасть под уголовную статью, как это произошло с одним из коряжемцев. 18-летний парень по просьбе подростков приобрел для них алкогольную продукцию в магазине, после чего его привлекли к административной ответственности, и он якобы заплатил штраф в размере 5000 рублей. А после решил выпить долг с юных любителей выпить. В ход пошли угрозы, и не только. В дело вмешался Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело за вымогательство, совершенное с применением насилия. Сейчас оно направлено в суд. Наказание по той статье может доходить до 7 лет лишения свободы.